Международные организации заявили о своем желании наблюдать за предстоящими выборами в Казахстане. По словам члена Центризбиркома Татьяны Охопковой, в их числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Шанхайская организация сотрудничества и Совет сотрудничества тюркоязычных государств. Нашим председателем Куандыком Турганкуловичем направлено приглашение первым руководителям центральных избирательных органов 18 иностранных государств. А министр иностранных дел направил приглашение в 11 международных организаций, в составе которых 112 иностранных государств также получили приглашение. В ходе рабочего совещания по подготовке к проведению выборов члены ЦИК также сообщили, что публикация сообщений о границах избирательных участков и составах участковых комиссий в регионах завершилась. До 30 января эти списки опубликуют в средствах массовой информации. Глава Центризбиркома также рассказал о специальном семинаре для представителей территориальных комиссий. Проведя этот семинар, мы где-то сместили акценты из центра уже в регион. То есть в регионах тоже активная работа, она и велась, но сейчас у них наступили, значит, конкретные дела, которые расписаны по дням.